з вами знаходимося біля бактеріологічної лабораторії консультативного діагностичного центру. Така лабораторія обслуговує весь наш Деснянський район. Значить, всього таких лабораторій в місті Києві знаходиться 4. Здравствуйте. Наша лаборатория создана 21 год назад. В этом году мы прошли очередную сертификацию в УКРМЕТ-стандарте и мы получили сертификат. Здесь у нас происходит прием анализов через регистратуру. Ну и давайте пройдем в саму лабораторию. Анализы со всего района поступают вот сюда, здесь они регистрируются, происходит посев в посевной, и дальше материал направляется в термостатную для роста. А мы производим посев анализов и анализы на дифтерию, на кишечную группу 7 дней в неделю. Лаборатория работает без выходных, а также мы проводим анализы на микрофлору, на дисбактериоз, на носительство стафилококка, анализы на выделение микрофлоры из мочи, желчи, грудного молока, из отделяемого ран, глаз, ушей, половых органов, ну, в общем, из всего клинического материала. После того, как анализы посеяны и сутки выращиваются, они поступают к врачам. Идемте, я вам покажу дальше инфекционные отделы наши. Это посевная. Здесь происходит посев всего клинического материала, который получен. Здесь дифференцированно сеется весь материал в зависимости от того, на что он получен. Выбираются среды и квалифицированные специалисты у нас, все фельдшера-лаборанты с категориями, практически все с высшими категориями, производят посев. И в дальнейшем материал перемещается в термостатную в лаборатории. После суток инкубирования инфекционного материала материал поступает к врачам и бактериологам в кабинеты инфекционного отдела. Это у нас инфекционный отдел капельной группы инфекций. Здесь работают с дифтерией, с коклюшем и с микрофлорой. Вот сейчас врач-бактериолог делает мазки подозрительных колоний на дифтерию для дальнейшего микроскопирования. Бактериолог проводит исследование анализа мочи на микрофлору. Дифтерия относится к опасным инфекциям, поэтому она из кабинета не выносится и термостатируется прямо здесь же в кабинете. Работаем мы по приказу Министерства охраны и здравоохранения. Все это у нас есть. Мы обеспечены литературой, приказами. А сейчас идемте в кабинет инфекционного отдела по кишечной группе. В этом кабинете работают с инфекциями, такими как сальмонеллез, дизентерия, энтеропатогенные эшерихии. Ну, при необходимости мы исследуем и материал на холеру, на кампилобактериоз, на иерсинию по мере нахождения материала. Вот сейчас бактериолог производит агглютинацию на эшерихию, и на очереди стоит сальмонеллез. Вон стоит сальмонеллезный рядочек, я вижу. И вполне может быть, что сегодня кому-то уточнять диагноз по сальмонеллии. Вот, пожалуйста, рядочек на сальмонеллез. Почти 20 пробирок. Среды сработали, показали, что здесь, возможно, есть сальмонелла. Для уточнения нужна агглютинация сыворотками, которые вот на столе разведенные стоят. А здесь врач-бактериолог снимает поставленную чувствительность на ту выделенную микрофлору, которая прошла анализ у нас в лаборатории. Все это фиксируется в журнале и потом выписывается больным в анализах. Ну, идемте дальше по лаборатории. А здесь происходит, это моечная, здесь происходит обработка посуды после анализов, которая дальше поступает в автоклавную, где идет убивка, стерилизация.
посуды и также стерилизация сред, которые мы готовим. Они автоклавируются, готовятся на нашей бактериальной кухне и потом пускаются в работу. Это автоклав для стерилизации готовых питательных сред, которые готовятся в нашей лаборатории непосредственно. Сейчас он находится в работе, набирается давление. А это уже готовые биксы с пробирками, с чашками для работы. А здесь находится блок помещений для работы по 236 приказу. Мы обследуем все медицинские учреждения района и ЦПМСД по необходимости, и все филии КДЦ.